Всем привет, с вами Диана Диан, и сегодня я играю в Майнкрафт. Какой Майнкрафт? Конечно же, не Майнкрафт. А это у нас Sandbox. Это такая программочка, где можно рисовать. Юху, будем рисовать. Значит так, для начала приступим к этому. Раз у нас скоро Хэллоуин. Сегодня какое сейчас? Сегодня 22 октябрь. И, значит, совсем скоро будет Хэллоуин 31 октября. В общем-то, еще мы снимем видео 4 ноября. Как мы будем бегать, наверное, за конфетами по подъезду. Вот, значит, ждите этого видео. Ну и что ж, вот так вот. Сейчас я просто буду рисовать. Вот так. Так, тут еще кучу всего. Так, значит, так, это для начала у нас рука зомби, если вы знаете. Эх, так. Так. Значит так, дальше, номер два. Так. Если что, ребят, извините, пожалуйста, что я долго не выкладывала видео. Вот. Просто вот нельзя было мне. Некоторым подписчицам, моим подружкам я уже рассказывала, почему. Вот так вот. Значит, так. Рисуем, рискуем и еще раз рисуем. Надоело уже. Где еще двойки? Вот тут. Все, больше двоек нет. Тройки. Тройки, тройка, тройка. Тройки. Зеленая такая страшная рука. Еще, кстати, ребята, сегодня, наверное, еще я выложу три видео. Хотя не, выложу два видео даже. Вот, если вы поставите под этим видео один лайк. Давайте наберем 5 лайков и выйдет следующая серия. Договорились. Следующая серия по вот этим вот. Значит, это будет такая вот рубрика, где мы будем просто вот рисовать. Когда мы наберем 5 лайков, тогда я сразу же сниму вторую серию и выложу ее. Вот. Так что постарайтесь чуть-чуть. Вот так. Значит, осталось еще совсем чуть-чуть, как я понимаю.
Если что, ребята, посмотрите вот сюда вот вниз, на вот этот ряд с цветами. Тут они становятся полосатенькими, когда я все на этот цвет, например, номер 5. Когда я все клеточки под номером 5 раскрашу, он становится полосатым. Вот. Ой, ну наконец-то последний цвет. Сейчас мы уже это закончим, наконец-то. Еще мы посмотрим мои прежние рисунки, которые я раньше рисовала. Вот так. Вот. Сейчас я почти закончила. Вот. Все, рисунок готов. И по моему имени из Ютуба вы найдете меня также в Инстаграме. Если кто хочет, можешь подписываться. Писать комментарии и все такое. Вот. Если у вас прикольные фотки, то я, может, даже и на вас подпишусь. Так что вот. Значит, так. Дорисовали мы наконец-то эту тупую руку. И сейчас мы ее выложим в Инстаграм. Все, пускай она тут это выкладывается. И теперь мы будем рисовать что-то еще. Значит так. Новое. Рука дорисована. Что же мы еще порисуем? Мы порисуем нашего любимого крипера. Ура, 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 крипер! Так. Он, конечно, очень большой. Но Стив был еще больше. В начале видео вы увидели Стива. Он был очень большой. Я его довольно долго рисовала. Значит, так, я почти доделала. Вот, черным я все доделала. Дальше двойка. Где наши двоечки? Где еще двоечки? Вот двоечка. Все. Троечки. Так, здесь вроде были. Так, где еще тройки? Здесь. Здесь. И еще вот эти вот тройки, когда я ставлю третий цвет, тогда тут еще они становятся темнее. Значит, четверки. Так мы это, в принципе, быстро, наверное, даже докрасим. А, у меня четвертый все раскрашены. Пятый. Так, 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 так. Я с ним тоже очень долго возилась. С этим крипером долго никак не могла ничего сделать. И, короче, он просто у меня тут в этой прекрасной галерейке, не галерейке, стоял. И ничего. И ничего не менялось, значит. Сейчас пойдет очень-очень-очень много шестерочек. Так, шестерочки, шестерочки. Так, 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 так. Мне кажется, что шестерочки уже скоро закончатся. Давайте посмотрим-ка на нашего крипера. Оу, уже он намного по-другому выглядит. Шестерочки еще до сих пор не закончились. Но скоро закончатся. Ой. Дальше семерка.
Так. И вот еще последние семерочки тут надо докрасить. Их много. Семерки нападают. Апокалипсис семерок. О боже мой, это так долго надо все делать, о боже мой. Значит, почти я доделала все. И остались только восьмерки. Все, я докрасила этого прекраснейшего крипера. Значит так, давайте его опять-таки отправим куда-нибудь. Например, вот сюда. Вообще, конечно, это было очень долго. Вот он у меня только с головой стоял тут. И ничего, я его вообще не трогала. Он просто стоял, короче, и ничего. Вот. А теперь вот я с вами дорисовала эту прекрасную картиночку. Он какой-то приплюснутый чуть-чуть. Пускай выкладывается, значит так. Что же еще мы будем рисовать? Мы будем рисовать зайца. Да, зайца будем рисовать. У меня там в галерее этой два крипера. Я их просто полностью случайно нашла, эти три картинки Стива и вот эти вот два крипера. Просто случайно. И вот. Ну и решила нарисовать. Иногда я просто там парочку нажатий делаю, и она сохраняется у меня там вот этих вот чуть-чуть нарисованных. Ну или просто нарисованных. И тогда я потом доканчиваю эти рисунки. Так же вот, как у меня Стив раньше там. Я с ним долго возилась, но это я уже говорила. Ну и вот. Зайчика я тоже давно не нарисовала. Ну, хотя он недавно еще был новым. Тут, кстати, очень много оттенков на некоторых картинках бывает. Очень много прямо бывает иногда. Там 16-20. Вот. Еще чуть-чуть. Вот здесь. Все, где четверки? Где четверки? Четверки здесь. Где пятки? Пятки, пятки. Где пятки? Пятерки. Так, шестерки. Ну, здесь мы уже совсем скоро закончим. Значит так, дорисовали мы нашего прекрасного, красивого, розового зайца. Я это сохраню, потом выложу. Чтоб не было очень долго. Красивый, прекрасный заяц. Все. Сохранен. Красивый, прекрасный заяц сохранен. Дальше мы нарисуем двух милашных птичек. Ребята, предлагайте, какие мне еще рубрики снимать. Вот. Текса. Раньше, пока эта программка у меня не обновилась, было еще сложнее, потому что тогда не выделялись вот эти цвета, не становились потемнее, и еще вот эти вот полосочки тоже не появлялись. Это тогда было сложно. А теперь вот... Создатели этой программы изменили. И это очень хорошо. Теперь это намного удобнее.
Так. Если рисовать большие картины, тогда это реально очень помогает, мне кажется. Так. У моих подруг он уже давно обновился, а у меня он только вот совсем недавно, буквально сегодня только обновился. Пятерочки. Так. Где еще пятерки? А, вот пятерка. И здесь шестерочка. Семерочка. Восьмерочка. Девяточка. Вот, значит, такая у нас картинка красивая. Опять я ее сейчас сохраню, когда она нарисуется сама. Это тут показывает, как я это рисовала, в каком порядке все раскрашивала. Вот. А дальше давайте посмотрим чуть-чуть мои рисунки просто так. Ну, самый первый это был лайк. Вторая это такая вот прикольная рыбка. Третья это такая интересная медалька, не медалька. Четыре сердечка, милая собачка, котик тоже очень милашный, олень такой красивенький, какашка, это самое главное, какашка самое главное, мега главное, радуга, собачка очень милашка, тоже мне она очень нравится. Заяц, кубок крутой такой прямо, который вообще прямо за старание выигран, принцесса, красивая красавица, кристальчик такой красивенький, рыба, два пончика на друг друге. Олень опять такой, да. Собачка. Бантик. Еще один олень. Птичка. Милашный крабик. Радуга. Зонтик. Какая-то незнамо какая тетенька. Лисочка. Мопсик, собачка, опять очень милая. Это пузыри, которые пускают пузырики. Этот котик мне очень нравится, очень, очень няшный. Это тоже очень прикольный котик. Компьютер. Две звездочки танцуют под музыку, как я поняла. Mozilla Firefox, Firefox, пистолет, пистолет Джокера, я так думаю. А это из одной игры Зельда. Зельда, да, я вспомнила. Зельда. Мороженое. Это большой, мега большой единорог. Я его тоже очень долго рисовала. Вот примерно как вот этот рисунок, очень бы пригодились вот эти всякие потемнения и все остальное. Это мороженое. Давайте его поедим. Как вкусно. Марс вроде? Не Марс. Точно не Марс. Я уже была, как эта планета называется. Пишите в комментариях, как эта планета называется. Медведь. Котик опять милашный. Цветок. Апельсин. Две лягушки смотрят на себя. Нет, точнее. Две лягушки, смотрящие на друг друга. Во. Апельсин. Какой апельсин? Ананас, в котором живет Спанч Боб.
супер-мега-крутое сердечко. Пожарник-обезьянка. Но это крипер, он вот такой. Супер-мега какой-то бешеный банан. Даже есть не хочется. Свеча. Прикольная няшная улитка, как из Спанчи Боба. Опять еще один котик, который ест рыбку. Еще один котик, который ест рыбку. Розочка, цветочек. Птичка. Стив, которого я вам уже показывала. Поставьте обязательно лайк, иначе не будет еще одной серии. О! Вот так. Рыбка опять. Какие-то 2-4 листика, и вокруг них что-то сверкает. Супер-мега-алмаз! О май гад! Красивый мега-цветок. А, это цветик-семицветик. Очки-сердечки, как у моей собачки были там. Кассета. Обручок рожки. Красивый горшок с ленточкой, с ценником. Вот этот ценник, вот этот вот, вот этот вот. Вот этот, сейчас. Вот этот ценник. С бантиком и с цветочком каким-то божественным, который сверкает. Ой, милашная коровка, которая мне очень нравится. Леденец. Вот эти птички. Морковка. Зайчик. Рука. Смайлик. Давайте дорисуем YouTube. Тут только 2 цвета, это просто. И магия монтажа, призываю тебя. Давай раскрась нам все. И бум! Магия монтажа раскрасила все наш YouTube. Ну и окей, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!